я вообще, получается, внук, правнук Гнесиной по музыкальной линии. Потому что Татьяна Григорьевна Шкловская училась у Радзевича, а Радзевич учился у Гнесина. Поэтому как-то вот мы всегда чувствовали семейность какая-то здесь была. Татьяна Григорьевна могла... Ну, бывало 2-3 часа специально могла идти спокойно. Бывало, наоборот, очень быстро. Ну, то есть, она иногда оставалась ночевать в школе с учениками. Это как раз вот эта атмосфера была гнесинская. Какая-то такая немножко... Может быть, местами без царя в голове, но это что-то было, какое-то творчество. Все ранние воспоминания связаны с футболом, с разбитыми окнами и с какими-то проказами. Тут всякое было. Я помню, как одного студента, ученика, здесь засунули в мусорку. Кстати, вот сюда мы любили вылезать все время. И как-то тут был какой-то кабинет, один раз зимой мы с другом открыли все окна, и весь класс замело снегом. Нет, я не был уж прям хулиганом. Так, немножко, иногда, чуть-чуть. Мы никому никогда не проигрывали. Да, ну потому что это была часть нашей вообще сути, это футбол. Что это было просто целыми днями бесконечно. Футбол, квадрат, здесь чертили квадрат, и 4 игрока. Нужно выбивать друг друга. И мы стояли иногда в очереди, потому что играли старшеклассники. Можно было стоять минут 40, ждать, чтобы тебя пустили квадрат. Тебя за примерно 40 секунд выбивали из него, и ты ждал еще 40 минут попасть. Когда я пришел в консерваторию, был такой переломный момент. Жизнь. Пол Тигранович Нарсисян, я пришел к нему в 45-й класс. Там было два старых, очень разбитых Стэнвэя. Я знал, что левый еще чуть-чуть более-менее получше, правый совсем плохой. Я сел на левом, что-то сыграл, а потом он сел на правый, и у него звучало... Я не знал, что такие краски есть вообще на фортепиано. Это было очень яркое впечатление. Такое оно действительно было переворотное очень. Внутри она очень изменилась. Во-первых, у нас новый тут корпус есть. Во-первых, появился интернат. Гнесинка была абсолютно московской школой, потому что у нас не было интерната, в отличие от ЦМШ. У нас были ученики из других городов, но они жили прямо в школе просто. Им просто выделили классы и они там поставили кровать. Было таких несколько человек. Все изменилось абсолютно. Это как бы хорошо, но и как бы хотелось бы вернуться в ту школу.